Доброе утро, ребята! Сегодня у нас вторник, вроде бы, если не ошибаюсь, 3 или 4 число, октябрь. Я хочу начать видео с того, что скажу, что утренняя фраза «мама» просто сделала мой день. Я, короче, собираю сумку и такая, начинаю прикалываться. «Блин, мам, почему ты не проверяешь, что я взяла, какие учебники?» Она такая: «Алин, ты и так в 11 классе, я тебя и в первом-то не проверяла». Так, могу заметить, что на улице прекраснейшая погодка, очень тепло. А еще у меня, кстати, сегодня репетитор. И я люблю, когда у меня репетитор, вообще люблю, когда дни загружены, потому что я больше всего успеваю. И скоро сниму видео о том, как все успевать. Итак, а еще, если вы можете заметить, у меня изменился путь от дома до школы, потому что я переехала в том еще учебном школьном году. И вот сейчас мне очень нравится ходить. У меня такие красивые виды открываются. А еще в последнее время я могу спокойно идти и снимать по улице. То есть не стесняюсь и не думаю, что обо мне подумают. Вот даже сейчас из машины, из какой-то Калины смотрит у меня один чувак, а я иду снимаю, не пофиг. Вот, просто живите и радуйтесь, и плюйте на чужое мнение. А еще дорога от школы до дома и от дома до школы составляет обычная дорога, где машина, а я хожу вот по таким милым переулочкам, потому что мне нравится. Я иду одна, спокойно, шагаю на своих каблучках, меня никто не трогает, я слушаю музыку. Уже второй день иду под музыку, у меня Геншпиль, I got love. Обожаю все это. Я люблю школу, а вы? А еще это моя школа. Я ее люблю, 62-я. Я учусь в 11 классе. А сегодня мы дежурим. И вон сидит моя одноклассничка Лена. Одноклассничка. А это мы рисовали, когда заканчивали 9 класс. Ну, потом покажу. А еще всегда забываю, с какой двери заходить. Через ту или эту. О, господи. Сегодня Ленка дежурит. А я всегда оставляю здесь свою обувь, потому что тащить от школы до дома постоянно лень. Друзья, я переодеваюсь. Сегодня, как я уже и сказала, мы ко второму уроку пришли. А Лена за кадром, я уже вам объяснила все, что еще на улице, дежурит. И на четвертом уроке, а точнее на пятом, сажусь я на патронажку, потому что Владочка уходит. Да. В больничку. Знаете? Но она не должна, точнее ты не должна была это знать, потому что это наш секретик. Но я ему уже всем рассказала. И сегодня я буду целый день снимать влог, потому что на моем канале давно я... О, Влада! Помнишь, солнышко, вот и лучик. Все, моя дорогая, мы выходим. Ты можешь камеру его включить. Рядом была она. Да, все, да. Пикуси, привет, Алина, я вас снимаю. Да ну на. Хотите попасть в мой влог? Чего? В мой влог хотите попасть? Нет. Нет, ладно. Так, это еще одна наша раздевалка. Здесь все вешают свои вещички. Раздеваются. Я вот. Они дежурят. Сегодня я снимаю влог. Доброе утро. Как дела? Привет, дорогой, ты в моем влоге, давай печенечку. Вы хотите что-нибудь передать? Побольше подписчиков. Спасибо, Зай. Мы с тобой увидимся еще? Да. Пока. А это наш родной кабинет, где
все сидят и готовятся к уроку. Привет, зайки мои. Алина с утра пораньше снимает влог. Вот раньше мне казалось, эта тема капец какой сложная, вот эти вот уравнения. А сейчас бы я пришел такие. Алина приходит с утреца и начинает... Конечно. Зай, пожалуйста, не стесняйся, Зай. Не надо, Алина, снимать. Ну, пожалуйста, Зай. Ну, не надо. Ну, не стесняйся. Он пришел на один урок и уходит, Зай. Модняшка ты моя. Пузальчик. Зай. А ты знаешь, что здесь обувь нельзя одевать? Здесь уборщица полы моет, а ты все портишь. Зай. Давайте подвезем Артём. Он будет ходить с расстёгнутым. Можно так, нет? Зай. Розаль, на какой-то серии? Ну, чего ты стесняешься? Зай. Ну, так мне интересно. Ну, зайки дежурят сегодня, а Алина влог снимает. Как у тебя дела? Что делаешь? Голеньких мальчиков смотришь? Угу. Покажи. Ну, что-то тебе есть. Ну, что-то. О, серьезно. Ну, у меня, блин, 6+, так что 0+, простите. Любовь – это не просто улыбаться. Блин. Моментики, знаете? Такие интимные моментики. Зай. Ну, Лен, не надо. Лен, делай как Алина. Прячься от Алины камеры. Делай как. Это наша столовая. Мы так сидим, вот отдыхаем. Ладно, Алина пошла кушать. Алина тоже сегодня дежурит. Так, это наша столовая. Вот там мы берем салатики. Идем дальше. Берем хлебушек. Вот мой любимый салатик – это мелко нарезанная капусточка. Берем хлебушек, чаек и накладываем второе. Вместо салатика можно взять супчик. Это по собственному желанию. Вот, дорогие друзья, я взяла чаек и макарошки. Так, смотрите, это наша еда сегодняшняя. Сейчас Алиночка будет раскладывать. Они дежурные. Они должны сейчас забрать мой поднос, но они почему-то не собирают, не делают. Вот, не зря взяла котлетку, то есть выбор большой, вы понимаете, да? А, знаете, взяла гречечку, а то салат у нас у всех, а, нет, не одинаковые. У Изельи, вот, взяла за 0 на ссылочку в описании. Помидорчики. А еще я взяла булочку, а девочки взяли этот хлебушек. А у нас всегда еще такая огромная очередь. И поэтому я пришла пораньше, чтобы очереди не было, и я все успела покушать, потому что я дежурю. Все, приятного аппетита, дорогие друзья. Вот столовая у нас такая. Доброе утро, друзья. Сегодня уже 4 октября, я опять иду в школу. И хочу сказать, что я опаздываю, я пропустила первый урок. Думаю, что не опоздаю на второй. Пойдемте со мной, сегодня тоже буду снимать, как и провожу свои школьные дни. Вот так вот я иду в школу. То есть могу пройти просто по этой дороге, а вчера я шла по той, где такие улички. Ну, что-то пересмотрела, там все трясется, потому что рука мерзнет. О, Господи. Алина ведет 3 географии у 6 и 7 классов. География. Это не моя сумка. Я не знаю, урок уже идет минут 20, а никого нету. Солнце подарит фая-фая. Дефтеринде, дефтеринде, дефтеринде. Решаем упражнение 49.
Розаль, ты что ли учитель? Да. Ты что ли учитель, Розальчик? Ты учитель, Розаль? К сборке, ой, разборка автомат. Это жесткий автомат. Да. Смотри, вот. Там не надо вытаскивать? Нет. А где Сева? Там. Там. 50, проходим подготовку. Ребята, представляете, нам раздали мишени, и сейчас мы будем стрелять. Давай, когда я буду стрелять, ты будешь держать вот так вот. Давай, на себе, на груди давай. Да, чтобы я пострелилась. Пятки опустила. Пятки? У меня нет уважения к вам. Здесь мы все собираемся, сейчас будем заходить в ту комнатку и по трое человек будем стрелять. Я боюсь, что я не пулик на каждого. Что говоришь? По 6 пулик на каждого. Ниже давай. Займ, тебе тоже есть тир. Да. Дайте ручку. Я, короче, иду на роковые меры и буду снимать Эльбу за репу. Руки в упор на стол. Ну, ты ж в упор обе руки пошли. В смысле? Раз, смотрите. Два, три. Ребята, представляете, на расстоянии 20 метров я выстрелила все по 10. У меня 60 баллов. 10. Шучу, у меня 16 баллов. 16 это значит на расстоянии... Сколько? 8 метров? 8 метров я выстрелила вот сюда. Вот сюда. Маникюрчик, извините, очень шикарничий. И вот сюда. А это пробные. Короче, вот 16 баллов. Я молодец. Подписала Зарипова Алина, 1ТБ блогер. Бау, бау. Тихо. Давай поближе. Не снимай. Сегодня последний день мука. Мы только что пришли, сейчас 3 урока отучимся, и потом напишем зачет и уйдем. Вот люди готовятся как могут. Еще намазала ногти йодом, и смотрите, что они желтые. Зай, ты готовила сегодня всю ночь? Да. Зай, это кто? Это мой пусечка. Придача зачета. Ты готовила для чего-то водить? Нет. А ты, Элин? Нет. Ребята, мы сейчас сидим на татарском, и я подумала, что у меня очень давно не было кого? Школьных влогов. Бросай табак, зарубай косяк, на ногах стоять. Ребята, вчера я создавала список, на какие концерты я пойду. По итогу ты пойдешь в школу. А я в субботу сняла 2 видео. Это я заезжу не выложу. Зарубай косяк, на ногах стоять. Еще запалит. Виолетта! Это кабинет какой номер? Я не знаю. Анечка. Здравствуйте. Зай, давай обсудим. Как у тебя дела? Каталог? Да. Каталог? Да, каталог, именно. Алиночка, хватит, пожалуйста, успокойся. Все хорошо.
Итак, как проходят наши самые веселые переменки? Вот все сидят с телефоном, начиная от, не знаю, класса 5, заканчивая 11. То есть... Я разлюблю тебя, когда исчезнет слово. Я разлюблю тебя, когда исчезнут города.